мы оформляем этот объект недвижимости как бесхозяйную вещь, муниципальную собственность, и передаем его безвозмездно. Мы, ну, у вас организацию надлежащим образом зарегистрируем, чтобы была социально ориентированная, как мы говорили. Да, как социально ориентированная некоммерческая организация. Зарегистрированная, если мы можем предоставить этот объект вам после того, как мы себе его оформим, безвозмездное пользование. Вы безвозмездно пользуетесь, земельный участок соответствующий тоже предоставляем для эксплуатации этого объекта. И вы тоже обладаете объектом. Вот два варианта. Договорились? Да, договорились. Ну, все, слава.